Всем привет, на связи Федор Васильев. Мы продолжаем с вами изучать систему GCASA, урок номер 27. В этом уроке я хочу вам показать полезную опцию системы GCASA, которую, возможно, не все знают. Это пакетная обработка наших продуктов, товаров. Очень удобная опция. То есть, перейдя в наш магазин компоненты GCASA, перейдя в продукты, здесь есть такая малозаметная кнопка, которую вы могли сразу не заметить, но очень полезная. Вот она находится здесь. Пакетная обработка. Что она может? Давайте посмотрим. Например, нам нужно совершить какие-то массовые действия для большого количества продуктов. То есть, смотрите, нам, по идее, нужно зайти в каждый продукт и, например, выставить там производителя, поменять массово цену. Это все будет делать достаточно неудобно. И нам на помощь идет пакетная обработка. Чтобы произвести одно какое-то действие для всех продуктов, если даже у вас их 1000 или более, мы ставим вот здесь вот галочку, и они выделяются все. Значит, для всех продуктов мы сделаем пакетную обработку. Или же, например, для последних двух продуктов я покажу. Я хочу поменять какое-то значение. То есть выделяю два продукта, нажимаю пакетная обработка. Здесь я нажимаю пакетная обработка. И вот у нас есть такой список. Конечно, изменить стоимость, это если только у продуктов одинаковая цена. То есть здесь мы можем плюс к нашей стоимости прибавить сумму или минус. Почему я начал говорить сразу о стоимости? Потому что, ну, это, наверное, самая интересная такая опция. Об остальных опциях тоже сейчас поговорим. Например, мой курс, вы видите, стоит здесь 4000. Этот стоит тоже 4. Например, я хочу на обоих продуктах поднять цену. Нажимаем пакетная обработка. Плюс, например, 35 рублей. Нажимаем выполнить. Вы видите, цена изменилась. 4035. Здесь на сайте смотрим. Обновляем. 4035. Если нужно отменить это значение, то мы с вами выбираем здесь минус и ставим 35 опять. Нажимаем выполнить и опять 4000. Вы видите, какой потенциал у данной опции. Например, нужно большому числу продуктов, мы, например, забыли это сделать или это сделали позже, то есть создали производителей. То есть один производитель может быть у многих товаров. Здесь есть изменить производителя. Сейчас у меня у двух товаров производитель не задан. Здесь производители, то есть это отдельно они созданы в GCASA. Я могу здесь выбирать. Выбираю, например, вот этого производителя. Нажимаю выполнить. И на сайте здесь производителя мы не видим. Обновляюсь. Вот здесь появляется бренд. Это производитель, да? И ссылка на производителя. Соответственно, здесь в продукте детали производитель. Вот он. А изначально было вот так. То есть я массово двум продуктам назначил производителя. Теперь вы понимаете смысл данной опции. И здесь у нас есть еще варианты, которые вы, в принципе, уже сможете посмотреть без меня. Изменить уровень доступа, назначить форму платежа, тоже очень удобно. И даже изменить категорию. То есть они сейчас находятся обе в категории Joomla. Давайте для теста перенесем их в WordPress категорию. Как только мы выбрали WordPress, у нас всплывает подсказка, вы хотите переместить элементы или сделать их копию. То есть произойдет копирование. Ну, по идее, должно произойти. Я хочу их просто переместить. Точка уже вот тут задана. Или вот здесь вот можно выставить копировать. Переместить. Нажимаю выполнить. То есть уже более такое серьезное, да, действие. Вот здесь прям можно видеть, что это категория WordPress. И WordPress, то есть поменялось. И здесь у других Joomla мы видим. То есть, если мы обновим, то продукт, видите, исчезает. У нас здесь в этой категории его нет. Давайте пройдем на главную, зайду в WordPress. Вот они, два товара, которые я только что переместил. Они находятся в категории WordPress. Также мы можем наблюдать в самом продукте. Вот выбран, видите, WordPress. Вот она. Назначена. То есть, все здесь работает. На этом я данный урок закончил. Надеюсь, для вас он был полезным и интересным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. Голосуйте за расширение Joomla. Голосование также находится в социальной сети ВКонтакте. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья.
Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник – это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.